Единый налог на вмененный доход, проще говоря, ЕНВД, задумывался как временная поддержка для предпринимателей. С 1 января следующего года режим будет отменен. До этого срока необходимо определиться с новой системой налогообложения. Те налогоплательщики, которые не определятся, не подадут никакого заявления, те автоматически будут переведены на общий режим налогообложения. А это выплата объема в полном объеме и сдача налоговой отчетности, бухгалтерской отчетности тоже в полном объеме. Да? Что, безусловно, для бывших НВДшников будет представлять определенного рода проблемы. Есть три варианта. Упрощенная система налогообложения, УСН, патентная система для ИП, где не более 15 сотрудников и доход не выше 60 миллионов в год, и НПД – налог на профессиональный доход для предпринимателей без наемных работников. Если на патент, то есть ПСН, можно перейти практически в любой момент, то подать заявление на УСН действительно надо успеть. Иначе сделать это можно будет только в 2022 году. Для удобства выбора новой системы налогообложения на сайте ФНС России создана, в данный момент работает промо-страница. Она так и называется, до 31 декабря 2021 года. Какой выбрать систему налогообложения, выбрать место ЕНВД. Точка входа на эту промо-страницу находится на главной странице. Сейчас из 6 тысяч ЕНВДшников в Бурятии с новым режимом определились лишь чуть более половины. Чтобы принять решение, есть еще 11 дней. Телефон горячей линии 44 15 19. Мария Кравцова, Вячеслав Батоев. Новости дня.